еще один из выставочных залов, это номер 3. Я хочу в этом зале попасть в компанию «Гибрид». Ну и там еще сопутствующие какие компании будут, я в принципе не знаю, но посмотрим. Я думаю, что у них должно быть интересно. К сожалению, всю информацию снимать я не могу. Очень много всего, очень быстро садится телефон. Поэтому ну, то, что получится отснять, то и получится отснять. Вот я дошел до самого интересного для меня, ну не знаю, самого интересного стенда. Это стенд GIS, Hybrid Installation System. Вот так вот он выглядит. Здесь уже есть люди на стенде. Выставка – это одно из немногих мест, где его можно пощупать, можно оценить, можно прикинуть, из каких элементов он собирается и что вообще ну, необходимо для того, чтобы можно было пользоваться данным. Значит, вот я вижу здесь, получается, элементы, которые фиксируются к полу с возможностью забивать либо сюда, либо сюда, то есть легкая регулировка есть. Здесь специальный паз, который позволяет фиксировать быстрозажимную гайку. Вот элементы, которые... Оп. Быстрая фиксация. Узлом. Вот так вот выглядит сам профиль. Я не знаю, насколько удобно его обшивать, если честно, но профиль вот такой вот формы, это получается ребра жесткости. Но есть один единственный момент. Этот профиль для интеграции в него вот таких вот консолей. Эти консоли не завозятся ни в Россию, ни в Украину. Вот так вот это выглядит. В профиль. Единственное, вижу здесь, ага, есть возможность регулировки по высоте вот этой вот части. Она получается встроена в сам профиль. Вот, ну вот получается у нас профиль является нашим несущим элементом. Потом уже консоль. По сути, как отдельно стоящий бачок, вот на таких вот рейках монтируется в профиль и фиксируется на гайках и шпильках М8, посмотрите. М8 с двух сторон и снизу, 4 винта. Это дает нам возможность регулировки по высоте вверх-вниз. Ну, собственно, и все. Стандартные выходы 180-230 миллиметров. Фиксация стандартная. Вообще, в целом, система GIS, ее нельзя рассматривать как систему профиля. Как вот, например, тот же TC, который завозится к нам в Киев, в Украину. Смысл этой системы в том, что это вот реально такая комплексная вещь, которую необходимо покупать не в качестве там, профиля для обшивки, а в качестве системы в целом. То есть если приобретается профиль, приобретается соответственно и консоль, которая монтируется в этот же профиль. Приобретаются вот такие вот элементы для быстрого монтажа к умывальнику. Это здесь водорозетки с Мэпла Фикс, труба Мэпла черная. Здесь мы видим у нас раструбная 90-я канализация, которая вот таким вот образом выстроена. И вот очень интересный момент, если у нас, допустим, справа душевая кабина, то отдельно мы можем докупить трап-стену, который также монтируется в профиль GIS. В
вот для чего сделаны вот эти вот пазы, именно для того, чтобы можно было в них фиксировать элементы системы. Вот. И вот таким образом у нас монтируется Vox Hansgrohe. Тоже мы видим, что, ну, это, естественно, все рассчитано для того, чтобы зашивать за гипсом. И получается, что все у нас здесь подключено на вот эти вот MapLafix элементы. Просто пальца зажал, и считается, что уже рабочая система. Есть вот такой вот элемент, тоже с возможностью быстрой фиксации. Вот я смотрю, фиксируют очень солидно. Вот мы его зажимаем, и пластина фиксируется. Тоже дает возможность регулировки по высоте. Ну, система просто на самом деле шикарная. Шикарная система. Ну, вот что, то, что меня интересовало. Для того, чтобы, в принципе, можно было пользоваться данной системой в Украине, самые основные элементы — это вот наш уголок для фиксации профиля к основанию пола либо стены, собственно, сам профиль — это вторая единица. Вот такие вот элементы быстро зажимные для фиксации профиля жёлоб, и, собственно, консоль для подвесного унитаза. Это, в принципе, самые необходимые вещи, которые нужны для того, чтобы можно было пользоваться данной системой. А уже дальше такие вещи, как допустим, водорозетки, да, это все уже есть у нас в Украине по наличию, и можно уже каким-то образом, исходя из того, что есть, собирать систему. И вот еще очень интересный момент, вот здесь вот есть такие хомуты для быстрой фиксации трубопровода к основанию профиля. Тоже очень важная штука. Сейчас я переключу камеру и покажу на передней. Вот получается хомут. Есть возможность регулировки по высоте и зажим. Элемент для фиксации двух профилей между собой с возможностью регулировки по... Ну вот получается, вот так вот выглядит профиль. Угу, заклинил. Вот элемент фиксации. Я прошу извинить, пока поиграйтесь, там шеф с клиентами, я вернусь. Вот сама система состоит вот из таких вот моментов. Это у нас профиль. Так вот он выглядит, такой квадрат. Это быстро зажимной элемент. Получается, он фиксируется, он вставляется в торец профиля. Причем он не имеет значения, какой будто она. Либо так, либо так. И вот этими вот лапками мы его вставляем в ответную часть профиля. И в момент нажима происходит разгибание. Все зафиксировалось. В двух частях. И здесь, и здесь. Вот с этим немного непонятно. Здесь элемент тоже такой должен ходить, поэтому пазу мы чего-то его маленько заклинило. Есть также вот такие вот вставочки. Понимаю, это самоклейка. Да, здесь липкая сторона. Это для того, чтобы можно было подложить вот под этот, под основание профиля, и избежать передачи вибрации на элементы. Материал, из которого это сделано, ну, какая-то прессованная фигня, похожа на пробку, но не пробка, более плотная. Не знаю, какой артикул этой штуки, вот так вот она выглядит.
Оставляется. Зафиксировалось. Ich verstehe nur Bahnhof. Bahnhof, okay. I can speak English a little bit. No, I understand. I know our GIS, grid installation system. It's the first time I take it in my hands. Yeah. Yes. In Ukraine, we don't have such system. Only three pieces to install this system. Profile? Yes. Profile connector? Okay. And for wall, I understand wall or yes. Like this. Yes. And it's a little bit stuck. Yes. Yes. Получается, только три элемента необходимы для того, чтобы собрать систему. Профиль, вот это и вот эта вот часть. Три элемента. Это уже по желанию. Ну, бывают такие моменты, застревают момент. Ага. Ага. One moment. И получается, у нас здесь есть под шестигранник. Мы вставляем шестигранник сюда и отворачиваем. Вот. Можем зафиксировать его в любом положении. Все, произошла фиксация. Круто, реально круто. Очень круто. Все продумано. Material. Cork. Cork? Ah, cork. Okay. I understand. It is very necessary for installation, or it's necessary, yes. Как сказал наш немецкий коллега по продажам, эта система позиционирует себя как система из трех основных элементов. Это профиль, это зажимной элемент, это элемент для фиксации к полу или к стене, ну и, собственно, антивибрационная прокладка. Но вот тут еще такой немаловажный момент. Они используют гипсокартон, который 18 миллиметров толщиной. То есть это минимум, который они утверждают, ну, необходим для того, чтобы в принципе работать с любым профилем. У нас это 9, 13 или 12 миллиметров, там плюс-минус. Вот так вот выглядит стенд, который собран из профиля, гибрид. Консоль. И это система для гигиены воды. Очень интересная штука. Ну и стоит она тоже, наверное, порядка там 800 евро.
для чего она нужна? Она в ночное время, или там время, которое можно запрограммировать, я так понимаю, из длинных трасс прогоняет воду и сливает в канализацию, чтобы не завелась бактерия. То есть актуально, в принципе, для садиков, где питьевая вода, для каких-то больниц и прочих помещений, где есть очень длинная трасса.